вас. Здравствуйте. Добрый утро. Доброе утро. Паром мы и паром. Вот. Там только люди. Только люди. И не люди. Там море видно. И погрузки выгрузки. Море видно. Море. Море видно. Не оставляйте детей. Все. Все, все, до свидания. Началось. Море там. Я снял море. Там я море. Снял море. Там же GPS еще. Мазут в жидкий, блядь, под солидол. Жизнь там. Качаю жутко, не есть. Ничего не видно. Сумка. Реакция это. Я сумку на ту сторону. Рыбалка это отдых. И преодоление себя. Слушай, да ну и нафиг, а? Где у тебя клюет? Показывай. Бам-бам-бам-бам-бам. Ты кто? Я же говорю. Ты кто? Бычок? Или нет? Это зеленуха. Как я молюсь? Зеленуха. Тебя там не слышно никакой там. Зеленуха! А с виду взрослый? Микроджиг, говорите. Волна на водохранилище. Вот волна. Можно в отвес вот так ловить. Мормышись. Антоша, привет. Это, как тебе погодка? Погодка класс! Вообще, ветра нет! Штиль, ёханый, сука! Крутейшее место. Ох, да-да. Рокфиш. Пацаны, рокфиш. Так что, может здесь попробовать, не? Да, черная, не наступай. Лучше подальше стоять, проблем нет. Вот. А вот можно пониже стоять. Если ты цепляешь трофейчик, то вот тут спокойно ты можешь войти прям вон в травку, встать и выкачать. А его здесь, ногу. Погоди, здесь полога? Здесь, смотри, вот трава полога и обрыв. Я вижу этот обрыв. Ты не понял? Жесть. То есть вот ты можешь стоять. Да, круто, и слушай. Обрыв. То есть выкачивать тут крупную рыбу. Крутейшее место. Круто. Крутейшее место. Вот я здесь люблю, здесь. А вон камень, да? Или там люди чудо. Да, только смотри, если бросать именно вправо, ага. Проблематично. Блин, да, то сколько? Есть бросать. А не наступай грубо туда. Говорят, смотри, вот так вот по прямой. Вернись на сухое. То есть вот так вот касать здесь обрез. Ага. И бросать вот эту всю территорию. Туда правее бросайте, будут хана с ночам. Либо офсет. Офсеты есть, любые. О, пожар, слушай, место. Вообще да. Пожар. Короче, не надо вниз вот, лезть. Если что-то не понравится, перейдем, покажу, здесь еще классное место есть. Да оно уже, молодец, вот это место. 5 метров. Попробуй наркотик. Ну попробуй, что. Единственное, ты да, взял скользкую обувь. Я просто взял, чтобы Эдо. Понял, что за обувь у меня. Эдо. Если интересно. Эдо, ты взял скользкую обувь, надо было сланцы брать. Это у меня скользкая обувь? Да. Ну, скользкая. Резина не скользит по камню? Это ты... А что, тогда я финку беру. Срама, главное желание. Бери, что хочешь. Тогда Ямага не нужна здесь. Это. Финку? Я хочу посмотреть. Да. Так, пока стоп. Сейчас. Я засвечу тебе фонарем. Передай привет ребятам. Ребят, привет. Самое главное... А кто это был, кстати? Это Скорпенова?
Да, да. Mm. Самое главное, в такую погоду большие паузы делать. Море само идут туда. А, спасибо. Прикольно. Ну, в плане того, что ты еще будешь быстро проводить толку ночь. Я понял. Я тут видео аж включил. Интересно. Он, как мы говорим, кто бы поверил, говорит, если бы я, говорит, знал. Вообще не поверил бы, что буду ловить ночью со скалы кастингом на море. Это рыба? А какая горбыль? Я даже сниму. Снимаю. Ёрш такой хороший. Нет. Палка на 3 грамм. А, я забыл. Я забыл, слушай. Вон он. Вот он идет. О, да хороший ёрш. Почти как замдиректора. Хорош. Вон, смотри, прикольно. Такая точка за головой. Да. Блин. Золотая какая-то. Какой-то кусок какашки. Нет, у них пятна такие бывают. Ага. Вот ну, их прикольно. Есть два вида, отличать легко. У одного рот, видишь, снизу белый. Да. Смотри. Небо красное. Ага. А есть весь рот белый, это разные виды ерша. Серьезно, их два? Да, который абсолютно красный рот, он даже вот такой максимальный, больших не бывает. Прикольно. Эй, эй, эй! Кто у нас там? Но только не ерш, блин, я их снимать не умею. Ставридос. Туруру-туруру. На кастинг мухит. Поймал? Поклевка такая, что я чуть не как. Поймал? А кто там? О, да так ставрида зачетная. И тут она шуганула. У тебя палка просто такая. О! Да? Ветерочек пошел, бриз. Аж под бок. А ты в толще воды, что ли, провел? Нет. Вот она, да. Блин, я еще губу порву, но помягче. Ставридос. Вроде ставридос, да, дергается долго. Ты кто? Ах ты ж, ё-моё, ну. А кто там? Хороший. Вот замдиректора, смотри. Ага. Первый зам. Или второй зам. Мы увидели, что на форуме где-то у вас директором называют. Кто-то назвал в отчете большую эту самую скорпену. И мы сегодня, вчера точнее, когда ловили. Директор, замдиректора. Да? Ваше здоровье.
директор. Подними удочку. Хорош, да? Да. Это что, ерша? Да. Опять директор? Директор, да. Нет, тот больше был. Вот такого я на уху. Зам, это зам. А? Зам. Директор, ё. Ну а чё, сорвётся, значит, сорвётся. Стоять. Волна, волна, волна. Волна, волна, волна. Волна, волна, помогай, 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 помогай. Помогай, 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 помогай. Илюха, директор. Нет, предыдущий больше. Больше был, да. 200? 0,52. Ну, 520 грамм. Вот такая тут красотища. Ребята, это просто песня. Скалы. Из-под них клюет рыба. Вот такая красота. Вон там тоже товарищ, который нас и пригласил. За что ему огромное спасибо. Вот такая красотень. Море. Сегодня немножко так волнуется, но все равно плавает. Так, следующий раз будет рыба. Отлично. О, блин, мы с тобой баклан такой пролетел, позарил. Это что, губан? Ну, вот такая рыбка здесь клюет. Вполне зачет. Эй. Скала! Ну вот так мы и ловим. Наши ялтинские друзья, с помощью которых мы круто катаемся на каяках. Скажи привет. Привет. Вот на таких вот серьезных классных машинах. Ребята, приезжайте в Ялту. Обращайтесь в магазинчик вот к дивану. К ребятам вам помогут, все сделают. Просто кайфанете от души. А вот так вот поворачиваем и смотрим, что здесь. Ласточкино гнездо. Класс.